Более 200 миллионов юношей и девушек в возрасте от 14 до 28 лет гордо носили звание комсомольца. Зачастую они принимали участие в самых масштабных проектах Родины. Были среди них и сочинцы. В дни празднования столетия комсомола их пригласят в школы города с просьбой поделиться воспоминаниями. Особое место в плане мероприятий будет уделено встречам поколений. Классы пойти, рассказать, что это патриотизм, что... Что такое комсомол? Это Великая Честная война. Ну, действительно, возрождать этот патриотизм. Что это был действительно передовой отряд молодежи. А еще по поручению главы города в районе Олимпийского парка будет высажена эвкалиптовая роща. Начнется же само празднование 26 октября митингом у памятника Островскому. У художественного музея участники мероприятия откроют памятную табличку о том, что в этом здании был сочинский горком комсомола. Торжественная часть юбилея состоится в Зимнем театре. Там же состоится премьера документального фильма о сочинских комсомольцах, подготовленного телекомпанией «ФКТ».